Меня зовут Никита Павлов, я райдер команды Cipramo Scooters. Вот обзор моего самоката чек. Обзор моего самоката чек. А скутер чек, короче. Короче, да, да. Ну вот, так. Грипсы этих ДТС. Упал в КСС, советую за косарь. Руль, спутник В2. Тоже в КСС за пятерку. Нормас. Так. Зажим блант. Тоже в КСС. Покупал. Не помню, за 1800 или за 1700. Так. Вилка Тейштим от Комплита. Колесо АО Мандала за 1800 или за 1050. Дека тоже Тейштимовская от Комплита. Шкурка Дрон Элит. Поклеил хреново, ну и пофиг. За 800 рублей. Колесо Тейштим фиолетовое вот за 850. И рулевая тоже от Complete H-Team. Ну все, ну тормоза нет, но скоро куплю себе. Вот так я и катаю. Что там?